Тонкая, толстая, с высокими и низкими бортами. Выбор сковород большой и обширный. Стас Макавич за кухонным предметом пришел не случайно. Во-первых, очень любит блины, а во-вторых, хочет сделать подарок маме. Подарок я выбираю маме. Ну, мне кажется, это очень такой актуальный в наше время и в эти дни подарок. И плюс еще у меня мама очень любит готовить. Ну, блины там, допустим, вот очень хорошие есть блинные сковородки с различными рисунками, там какими-то цветочками. Ну, прикольно. А вот Юлия Копылова пришла не за одной кухонной помощницей, а сразу за двумя. Первую она выбирает для себя, вторую – в подарок подруге на новоселье. К выбору женщина подошла, вооружившись бабушкиными советами. Ну, у меня, наверное, старомодные взгляды. Бабушка еще научила, что сковорода должна быть с толстым дном обязательно, для того, чтобы было равномерное прогревание пищи, чтобы она не пригорала. Ну и по возможности чугунная. Блинная – это 100% чугунная, и не давать ее никому мыть с химией, чтобы блины потом не пригорали. Продавцы в магазинах уверяют, что в преддверии Международного женского дня большим спросом тара для жарки пользуется, как ни странно, у мужчин. Мужчины сейчас на данный момент, да, покупают, так как у нас уже идет неделя блинницы, масленицы, то есть покупают блинницы в большом количестве, но также сковородки. Мужчина сейчас вот, наверное, как вот масленица, наверное, идет, прям вот берут масленицы. Я говорю, вы как на масленицу или как в подарок, когда одно и то же. Безопасными для здоровья считаются сковородки из титана и керамики с керамическим покрытием. Главное, покупая кухонную утварь, не поддавайтесь маркетинговым уловкам и не выбирайте только по внешнему виду. В составе могут содержаться небезопасные компоненты. Ольга Сысой, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.